будем смотреть что-то с потрясающим видом. Хорошая цифра, кстати. И 500 была хорошая, потому что круглая. Так, поехали. Заходим. Вот, молодец. Вот какой молодец. Смотри, он заранее открыл двери. Понимаешь, это молодец. И большой балкон, Марин. Мама, ну все, нам больше не надо ничего смотреть. С вами Оксана Майкова, я помогаю инвестировать в недвижимость в Испании максимально выгодно и безопасно. И сегодня у нас вот такие апартаменты, вот такая, ну, сделка, да, наверное, скажем так. То есть мы выбрали самое главное, это, конечно, вид, да, Мариш? А это Марина. Марина у нас, ну, расскажи немножко сама о себе, то, чтобы я не говорила. Я инвестор. Марина инвестор. Да, вот так. Решила купить себе небольшие апартаменты на юге Испании для того, чтобы для сдачи и для того, чтобы самой приезжать в тот момент, когда мне нужно. Вот Оксана помощница. Помощница я? Да. Или я помощница. Как инвестировать в недвижимость в Испании? Или я помощница. Марин, смотри, давай так. Долго искали эти апартаменты? В общем. Но я начала заниматься поисками квартиры себе два года назад. Потом у меня был интервал. И вот в прошлом году осенью я опять начала просматривать все квартиры. Весной более серьезнее к этому отнеслась. Уже начала учиться к Оксане. Уже больше я знала, какие возможности, где что смотреть, как эта вся кухня варится. Так что вот теперь, пожалуйста, вот уже есть результат этому всего. Самый главный результат. То есть мы всегда работаем на результат, и мы платим за то, чтобы получить результат. То есть сначала мы платим за учебу, чтобы выбрать квартиру, чтобы действительно найти то, что ты ищешь, это первое. Потом мы покупаем объект, чтобы он приносил нам деньги. То есть делать так, чтобы его настроить на привлечение дохода. То есть это тоже, этому тоже мы обучаемся. Но эта квартира, конечно, требует ремонт. Сейчас мы этим вопросом будем как раз и заниматься. Изображение плана квартиры. Да. Давай объясни. Все, я тебя просто поймала в кадр. Вот вход. Здесь большая комната. Это видно, да, сейчас? Да. Ну, во всяком случае, тебя точно видно. Ну, мы будем ее расширять. Спальню. Да. Насчет помещений то, что у нас есть. Или пристроимся к соседям. Да. 75 метров квадратных. Да. И 75 сделаем 36. Так что будем увеличить до той площади, как дано по документам. Да. Здесь мы берем эту стенку. Вот уберем здесь. И будет у нас большое помещение. Можно танцевать. Ты что, планы большие? Есть такие же варианты, как где убрано? Не, убирать можно, просто я смотрю это. Убрано останется. Ну ничего. Может, здесь идет этот... Шахта. А здесь, возможно, по звуку кажется, что это да, то есть нужно немного еще вложить, чтобы получилось то, что бы хотелось. Но, ребят, вот этот вид, который мы сейчас видим, да? Карамельный. Он называется карамельный, да. То есть можно переделать квартиру. Да, что вот в недвижимости? Если она маленькая, то она так маленькая и останется. То есть ее можно визуально увеличить там как-то. Но если она нормальных размеров, так она нормальных размеров и остается на нормальных размерах. То есть в данном случае у нас получается 38,6. Квадратных метров 36.
36 квадратных метров и достаточно большая терраса. Сейчас я вам ее покажу. Здесь будет американская кухня, надеюсь. Видишь, я даже думала, что вот химку, в принципе, можно вот это вот оставить. Там еще хорошая перегородка, сюда можно полочку какую-нибудь, да? Окно не применять. Ой. Окно надо у коммунидада спросить, окно бы вообще закрыл и убрал бы его. Да не, нужно. Я бы тоже убрала, но а если объект-то будет, Casino Americano, света достаточно, а этот он эстетику будет нарушать. Вот я про что говорю. Если лучше или мебель заставить, его шкафы повесить, а... Сори. Это мелочь. Меня интересует, это убирается, ладно, так, здесь окно, с окном надо думать, нарисовать, но окно надо у коммунидата спрашивать, потому что некоторые не хотят фасады портить, поэтому... Ну да, здесь архитектурный план, он не да, поэтому... А можно оставить такое, заложить, типа... Ну, снутри закрыть его и все, потому что не дадут они фасады портить. Ну, в принципе, если так оставить, а с этой стороны... С этой стороны, да. С этой стороны оставить, а с другой просто стороны... Просто я к тому, что оно в некотором смысле бестолковое. Ночью все равно этого толка нету вечером. Днем тоже недостаточно света. Так, Оксана хотела там печенье таскать оттуда. Ну, ты мне будешь подкладывать. Ты это самое сейчас кухню только. Не, я снял все, я просто сейчас с кухни... Так, ладно, с окном тогда. То есть здесь можно поставить столик, можно поставить стульчик и пушку еще. То есть, в принципе, потому что почему мы об этом говорим? О, включили это. Потому что много квартир до этого посмотрели. И вид. То есть квартиру нельзя, она не резиновая, ее нельзя раздуть. То есть она такая, какая есть. Но а вид, его можно либо застроить, но если у вас квартира на 9 этаже, как у нас, то этот вид остается за вами, здесь уже ничего нельзя построить, то есть этот вид можно продавать. То есть что основные критерии, которые приносят нам деньги? Люди хотят отдыхать с видом, и нужно не забывать, что мы покупаем недвижимость в курортной зоне. Mm-hmm. Следовательно, мы в любом случае ориентируемся на туристический рынок. Поэтому мы должны думать о наших потенциальных клиентах и предоставить им вот такой шикарный вид. Не всегда это получается, но когда это получается, это большой-большой бонус, потому что вы... Сколько ему лет, а во-вторых, он вертикальный, поставлен горизонтально. А это значит, что эти термоэлементы, они могут... Уже там открыты, там внутри, да? Внутри эти, ну, эти, вот эти, да, эти? Он не функционирует так, как должен функционировать. Угу. И вообще, как бы, то, что касается таких вещей, ну, стоит он 50 литров 80 евро. Ой, да, конечно, новый купить, что-то. И не париться, чем потом переживать, а потом менять его. И уже знаете, какая установка, вертикальная или горизонтальная. Про шкаф может получиться бюджетный вариант, скорее всего, убрать эти и просто купить... Отдельно двери продаются, купе, просто поставить двери и все. Здесь слегка отделать, убрать лишнее, покрасить и все. И что здесь это делать? Пол в принципе, здесь, да, тоже нет смысла. Потому что здесь... Смотри, ну ты так довольна, как ты себя чувствуешь? Вообще эмоционально. Ну понятно, что тяжело, еще пока ничего не ясно, но тем не менее. Есть хоть какое-то доля удовлетворения? Есть, конечно. Ну, еще, конечно, надо над этим поработать, чтобы почувствовать полный хозяйкой. Ну, то все еще только начинается. Да. То есть, как только мы заканчиваем предыдущий шаг, у нас начинается новый этап. Но когда мы режем пирог по маленьким частичкам и начинаем двигаться, мы действительно начинаем двигаться. Не сидим и не думаем, господи, как же, из чего это и вообще куда. Угу. Да? И тем более не впихиваем деньги непонятно во что. То есть покупаем билеты, прилетаем, снимаем отель, а вдруг что-нибудь нам упадет, вдруг ничего не бывает. Если вы задумали купить апартаменты, если вы решили вложиться, да, в недвижимость, надо подготовиться. Вы согласны? Согласна. Потому что когда ты подготовлен, что происходит? Понимание рынка.
То есть нет страхов, нет лишних разочарований. Опять же, поговорим об эмоциональности. Когда мы разочаровываемся, это крадет нашу энергию, крадет наши силы. И руки опускаются, правильно? Разочарование, оно не придает, не прибавляет вам жизни. Жизнь прибавляет положительные эмоции. Мы чего-то достигли, мы чего-то сделали, мы увидели, мы приобрели. Я, знаешь, как говорю сейчас на курсах, что когда ты пришла ко мне на курс, то есть у тебя были сомнения в том, а найду ли я, а помогут они мне, и чем курсы могут помочь мне найти квартиру вообще. А вдруг она нам не встретится, та моя, которую я хочу. Вот так? Или нет? Ну, встретилась. Но она встретилась, а встретилась только потому, что начали двигаться. Марина просмотрела множество, я даже не знаю сколько, ну, я не знаю, сотню вариантов. Сотню. И мы с тобой обсудили, ну, порядка 30 вариантов-то как точно. А сколько было продано за это время? Выбиралось, продавались. Выбиралось, мы только на одном объекте останавливаемся, он продается. Ну, благо, что никто не тратит лишних денег, да? То есть мы сидим дома, мы просто видим, как сквозь пальцы утекают объекты. Объекты, да. Вот, и это тоже нам дает определенное решение, что нужно действовать, и торопиться не нужно. Но действовать стоит, да? Начать действовать стоит. Поэтому ура, мы здесь! Да. И мы уже в своей квартире, а Толик там замеряет все. Да. Поэтому... Идите учиться как Сане Майковой. Куда? В школу. В сам себе риэлтор. В сам себе риэлтор, потому что хорошая профессия и хорошие навыки, да? Да. Ура, мы с вами! Сейчас что, ставьте лайки? Скажи, чтобы лайки ставили. Ждем лайки. Не ждем лайки, а ставьте лайки под этим видео. Лайки, сердечки. Сердечки, пальцы вверх. Да. Пальцы вверх. Пишите комментарии, оставляйте комментарии, если есть какие-то вопросы. Ну и обращайтесь, всегда рад вам помочь. Да? Да. То есть и стоимость ее 63 тысячи, и вот этот вид. Конечно, можно все переделать, все сломать, но вот такой вид, вы его, ну, нигде. То есть основное, на что мы обращаем внимание, и терраса большая, то есть и вид шикарный. То есть если сейчас говорить о финансовой логике по аренде, то можно делать определенные выводы, правильно? То есть вот какая она, эта аренда, и как она может сыграть. То есть вот хотели бы вы провести лето вот с таким видом? Пишите, пожалуйста, в комментариях под видео, чтобы я могла понимать. То есть это интересно, мне интересно, как вы считаете ваше мнение. То есть оно очень важно для того, чтобы мы могли двигаться вперед и смотреть, считать, делать какие-то выводы. То есть пишите.